каждой буквы было свое собственное имя. Все мы знаем про азбуки, веди, глаголь, добро, да? Каждому символу соответствовало какое-то конкретное слово. А вот глаголица, собственно, с которой все начиналось, и взглянув на нее, мы можем понять, почему произошел отказ в сторону греческих букв. Адаптация греческого алфавита – это наша кириллица. Те самые буквы, которыми мы пишем слова. А появилась она еще в IX веке благодаря братьям Мефодию и Кириллу, который до пострига в монахи был известен как Константин Философ. Константин Философ вместе со своим братом Мефодием отправляются на Балканы для того, чтобы как раз создать азбуку. Значит, по последним данным лингвистов считается, что Кирилл создал глаголицу. Создание глаголицы позволило перевести богослужебные тексты на славянский язык, но для скорописи она оказалась слишком сложной, и последователи Кирилла и Мефодия усовершенствовали азбуку. Так появилась кириллица. Ученые склоняются к тому, что доработал творение братьев Климент Охридский. Климент Охридский использует греческую азбуку, греческие символы для того, чтобы передать абсолютно те же фонемы, те же звуки, которые используются в глаголице. День славянской письменности и культуры – это не веяние времени. Праздник отмечался еще в дореволюционной России с 1863 года. Тогда нашей азбуке исполнилось 1000 лет. После революции о нем вспомнили в 1986 году, а с 91-го он стал официальным. Традиционно широко его отмечали в Одинцовском округе. Исключение составляет лишь этот год. Из-за пандемии коронавируса проведение массовых мероприятий невозможно. А вот тематический прямой эфир в соцсетях состоится, независимо от эпидемиологической обстановки. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».